Вторую часть. Вторая часть, значит, Титов Береговой. Вот у нас новые. Никита пришел первый раз на тренировку. Никита, как фамилия твоя? Дьяков? Дьяков? Дьяков. Балка у нас. И Дубасары. Христенков Юра. Понятно. Валера, подойдешь за тот стол? С Колей поборется. Итак, Сливка Андрей и Обручков. О! Обручков. Никита. Никита 65 килограмм, Обручков. То есть Никита Обручков 65, а Сливка Андрей 97,5 килограмм. Сейчас у нас будут бороться Кушманов и Мельниченко. Они сейчас разминаются. Валера только что травмировал немножко правую ногу коленом. А ну выставите тогда, потому что смотрю, что забирает сразу середину. Валера. Я сижу, становлюсь. Долго готовимся. Так, судья же пожестче давай командуй. Сейчас завязка на слабенькая. Thank you.
Пальцы видно там? Не видно. Я дал вот. Есть? Ready? Давайте по команде. Ладно, без команды. Днестровск, Дубосары. Васильев Андрей, Сливка Андрей. Надо будет, чтобы телефоны записал, ребят. Или уже потом, когда будет чемпионат Молдовы. Все. Вторая часть закончилась.